В общем, привет всем. Продолжаю Dead Space'ик. Играю глубокой ночью, как и положено. Я тут подуменьшу звук. Немножко. Так, шо чекаем? ОБС пишет. Пишет нормально все. Проверю, как звук. Ну ладно, потом уже хорошо. Продолжаем, значит, чё? Интенсивную терапию. Так я не совсем понимаю, какую конкретно. Лады. Чё по этим? А я понял уже, да? Понял. He's here. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. I saved this. Тут мы получаем кинезис модуль. Можем топтать. Уйди. Схему лучше, а хотя там будет магаз. Are you there? We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage, and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Ну ясно. Короче, схему вернем. Я буду качать импульсную винтовочку. Собственно. И все. Здесь на Ишимуре разные прикольные вещи происходят. Типа таких. Жалко, что эта серия как бы уже себя исчерпала. На третьей все и закончилось. К сожалению. О, они шумят. Шумят, гремят. Серия-то хорошая, в принципе. Такая прикольная. Я слышал, что как бы на производство четвертой части могут дать добро. Ну, если это будет, типа, очередной PUBG. Но как бы никто PUBG делать не хочет из этой игры. Это чисто такой... сингловый вариант, больше хоррорный. Так что да. Серия в заморозке. И непонятно, как надолго. Возможно, навсегда. Но игрушка, в принципе, прикольная. Игрушка, в принципе, прикольная, стоящая. Внимание определенно.
жаль, что... Жаль, что продолжение увидеть пока... Пока ничего не слышно о ней. Я бы не сказал, ну, что она такая страшная. Я сейчас играю глубокое... Ну, правда, что, я в эту игру-то уже играл сколько? Тогда хрена я в нее играл. Раньше, правда. Раз 10-20 я ее точно прошел. Так что... Для меня тут уже нет ничего, ничего страшного, удивительного и... Как бы... Пугающего. Такого. Та игрушка даже и она не сколько пугающая, это больше экшен. Больше экшен. Шутанчик. Закос под Resident 4. Только в сеттинге космоса. И такое вот. You got a shock pad. Combine that with the thermite, add the barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. Да-да. Entering zero gravity. Как насчет патронов? Не заслужил, да? Понял. Exiting zero gravity. Entering vacuum. Понимаю. Да, лут бы они еще оставляли. Было бы вообще замечательно. А то как бы патроны на них тратишь, а обратно не получаешь. Хоть кто-то уронил патрошки. Уже поприятнее, поприятнее, да. Да, понял. А, блин, макароны, блядь. Понятно. Да, задалбывающие макароны, понятно. Вечно бесячее говно. Их надо это, ну, в стазис кидать, короче. И пробегать. Ну, конечно же, мы не можем подобрать патроны. И теперь меня снова клюет. Короче. Короче. Крайне бесячий враг. Крайне напряжный, блядь. Не знаю. Если у вас нету там
штуки, которые ставят миды, лучше с ними вообще или не связывать. Блять, и они вот просто, блять, им просто похер, их заморозил, они все равно тебя заебают. Просто, просто насрать. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Это все? Ясно, понятно. Крайне бесячее говно. Я бы сказал, что это самое, самое бесячее говно в этой игре. Вот эти макароны, блин. Самое такое напряжное. А ну, что там в магазине? Какие-то схемы подбираем постоянно. Это оно? Ну да, это оно. Пойдет. Так, что там? Подожди. Так, не сюда. Окей. А у этой пушки есть альтернативный огонь. Вот, типа он так садится и начинает вокруг стрелять. Но, в принципе, я никогда это и не использовал, если честно. Вообще. А, закашляет у нас. Понятное дело. Уже получше. Much better. Хорошо, я знаю это место, знаю, что сейчас будет. Hazardous anomaly detected. Quarantine activated. Вообще бы неплохо, типа, зайти куда-то. Что тут сейчас будет окружение. Нехеровое. Сюда, сюда зайти, например. Можно? Они вообще открывают двери, я просто не знаю. Да, хорошо. То есть они сейчас тупо будут все лезть в эту вентиляцию. Нормально. Ну, можно подобузить, конечно, да, этот момент. В принципе. I finally convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. And what I saw was glorious. Breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must. Even as a believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover the secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kain so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps the patient from the colony. Ну, чтоб они патроны оставляли, остальное вообще пофиг. В принципе. Патрончики оставляют, все, никаких проблем. Шо, кто еще остался? Где? Ну где? Ты там мрыгаешь. Понял. Это все. What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, Doctor. God's work.
I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness, the transformation unitology teaches us? Doctor, Terrence, there will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. And that's what worries me. Тут чувака весьма, блин, пафосно убивают. Да. По поводу этих деток. Я так, я раньше не понимал, что за прикол. Но я там посмотрел потом вроде как. Это как клоны, получается, их выращивают, чтобы потом там заменять какие-то травмы, органы и так далее. Все это клонированные, типа, дети. Они вот так в стазисе находятся, типа, и если что, их используют. Насколько я понял. Лут есть? Лута нет. Лады. All right. That thermite you picked up should be able to melt through the barricade. Use the shock pad to ignite it. Hope I can hold this position. I can hear something big moving out there. Ну все, можно покидать это место. А ну заебешь нахуй, что, блядь, заебешь нахуй. Умри, пожалуйста. Не заебывай. Опять нас накоцали. Хорошо. Хорошо. Опять там пердим что-то. Кашляем, чихаем. Как обычно. Medical officer Nicole Brennan transmitting ship wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! And equipped. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere.
Так. Берем этот прикол. Залетим в подсобку. Кстати, вот в сравнении этой игры и Резидента, ну не знаю, тут можно покупать патроны в магазине. В Резиденте торговцы патроны не продают, ну насколько я это понял. То есть в Резиденте дефицит патронов реально ощутим. Реально ощутил. Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. You're Harry, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Тут как бы патроны, ну давайте глянем, что по патронам. То есть, в принципе, смотрите, 4 полные обоймы в соточку. В принципе, патронами игра, ну как бы, не ограничивает особо. Особенно, если вы носите одну пушку, на нее постоянно падают патроны, и типа всегда все нормально в этом плане. В Резиденте такого нету. В Резиденте патроны из челиков, ну не падают, в принципе, ну особо. Хорошо, но они падают, ладно, но, допустим, в магазине их купить нельзя у торговцев. И, как бы, дефицит патронов в Резиденте более ощутим. Тут хирургия местная. Понятно, да? В общем, да. То есть, если вы носите одну пушку, ее прокачиваете, у вас никаких проблем, в принципе, не будет в игре. Ну, так. Возможно, нужно еще взять какое-то второе оружие, но не знаю. Я подумаю об этом. В принципе, не особо хочется мне это делать. В принципе, винтовку не всегда удобно использовать, но... Как оружие она хорошо заходит. Вообще отлично. Без проблем. Она же еще не прокачанная, но при этом... я же хотел сказать, почему она так хороша. В принципе, это... I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station, and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. В принципе, она хороша по нескольким причинам, эта винтовка. Во-первых, у нее самый большой запас патронов в игре. И как по вот этим вот обоймам, которые выпадают, так и вообще по... запасу, то есть патронов в принципе, там 175 патронов при максимальной прокачке объема будет. Также пушка, как вы заметили, охеренно стаггерит врагов, она их просто станет на месте, и вы их можете просто задолбить. И в-третьих, ей удобно выбивать патроны из противников. В первой части это еще, конечно, не так, но во второй, чтобы выбивать патроны, вам как бы надо стрелять по врагам или добивать их ногой.
И в принципе, вот видите, вы просто его стаер кидаете, и он ничего сделает. Просто стоит и получает урон. Все. Никаких проблем. Isaac. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. То есть реально можно вот так зайти в магаз, закупиться патронами, если у вас какой-то дефицит с ними. И все. В четвертом резиденте так не получится. Не нашли патроны на локации или из врагов, все. Сосете бибу. И получается вот такая херня. Сейвить меня сейчас, давай. You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Ну, понятно. Айзек тут выполняет всякие подобные задачи, там починить, что-то... Acting Chief Engineer Jacob Temple. Общем, it's да. been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Какие записки тут от членов экипажа. Так. А, ну этот встанет. Мне бы вот верстачок найти, вот это да. Это было бы круто. What in hell is going on here? Danvers, Henderson, he's crazy. He's pulling his own teeth out. Henderson, for God's sake! Oh God, is he dead? Relax, he's alive. But he hit that door pretty hard. Man, why would he do something like that? I don't get it. Так, теперь можно и прокачать нашу пушечку, райфл. Вот и все, типа осталось одно улучшение для ущерба. Как к нему лучше подобраться. Давайте перезарядку вкачаем. В принципе, пригодится. То есть винтовка сейчас у нас будет долбосить, будь здоров. Как можно понять?
я правильно иду? Правильно. Все нормально. Что-то там пробежало. Винтовка сейчас будет огонь. И шо? А, я неправильно поехал, да? Что там? Рыганул? Просто перед мордой твоей появляется и тебя ставит перед фактом, блин, от чего? Вот некроморф. Да шо такое? Кто еще, блядь? Скажите, что сзади, блядь. Где? Вот где? Где оно пердит? Не знаю. Не знаю. А, кстати, узелок я подобрал. Узлы пропускать не советую. Блин, ну надоели, надоели, просто уже надоели. Сука, где-то там пердит, ходит, нигде не появляется. Потом напрыгивает из-под тишка. Куда идти? Сюда? Так, возвращаемся. Ну что такое? Refueling sequence activated.
Sufficient fuel to fire primary engine. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? Так, макароны. False alarm. Holy so something. Как обычно. Мне сюда? Да, мне сюда. Всё. Понятно. Надо это дело пресечь. Вот и все. Так, что дальше? Теперь туда, ну окей, я понял. Так, прикупим еще узлов. И хватит. Кстати, хорошо, что узлы можно покупать реально. То есть можно усиливать свое оружие, причем быстро. Удобно, удобно. Очень удобно все это. Я хочу сказать. Так. This is Temple. Now the centrifuge is offline. We've got 4 trillion tons of rock hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. Выпадают всякие патроны, ну, не для нашего оружия. В принципе, их можно продавать. Верстачок. 2 узла, да? 2 узла это да. Приходится иногда вот так вставлять в пустые места. Что поделаешь. Кстати, когда прокачиваешь объем, я так понимаю, тебе накидывают дополнительно патроны. Типа за прокачку. Что тоже прикольно. Такой момент интересный. Приятный момент. Decontamination sequence activated. Please stand by. Так, тут они попрут, насколько я помню, сюда. Или шо? Ну да. Сейчас попрут. Лежит. Хорошо, кто еще? Ну, естественно, естественно. Еще порадуете чем-нибудь?
Decontamination sequence complete. Thank you for your patience. А как скажете? Хилочку одну проюзаем. Не повредит. Я знаю, что тут будет узелок. Весьма полезный. Так, не, так, контрол. Так, сейчас сюда соберутся пацанчики. Естественно. Накидают нам ненужных патронов. Что еще? Давай, Гарина. Generator module attached. Дают все что угодно, кроме того, что надо. А что такое? А, надо же отключить, это прикол, да? Понял. А где он отключается? Тут. Centrifuge activated. Re-establishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Тут теперь вакуум. Бежим. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Так, юзнем. Да ладно. Exiting vacuum.
Так, ну тут мы встречаем новый тип противника. Типа щупальца. Плюс тут начинаются проблемы с управлением, естественно. Ну, как бы, с прокачанной винтовкой это все решается довольно быстро. Без проблем. Там уже кто-то ходит, пердит, естественно. Да-да, знаю. Уже забито все. Ладно, хорошо. Приблизимся еще чуть ближе. Прокачки урона. Уже 150. Как бы да. Как бы да. Isaac, can you hear me? It's Kendra. They attacked me. I ran for it, and Hammond just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the root and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Entering zero gravity. Так, секунду. Мне туда, да? Она что-то за приблуда? Что такое? Чё мы такие живучие? Exiting zero gravity. Тридцать секунд ещё, Азик. Что ты кашляешь? Так, тут какое-то кишечное дерьмо началось. Непонятного свойства. Спасибо, знаю. Что еще? О, узелок. Возьмем. Кредиты. Нормально. Хорошая комната. Полезная.
начинаем топтать по какому-то говну. Это что? This is Temple. Screw the engine. I can't restore it by myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship. It's not safe. Shit. Все? Ну ладно. Спускаемся. Птички. Окей. Топчем. Опять инвентарь забивают хламом. Тут узловая комната. Это нам не надо. Проходим. Можно вот так. Эти ребята, да, они любят заниматься такой херней. И чтобы разобраться с этой херней, нужно или потратить патроны, или найти взрывающуюся бочку. Потому что они крайне злоебучие. Не, типа огнемет против них неплохо. Хотя и винтовка тоже, ну, нормально. Разрабатывают. Но не особо хочется тратить на них патроны. А вот бочечка, да. Бочечка сразу решает вопрос.
Ignition sequence initiated. Please stand by. Да как меня заебали эти какие-то странные макароны, блять, это пицца. Как же они мне пицца? Да, блять, вы заебали, честно. Сука, куча мяса, не всегда даже понятно, нахуй. Кого ты бьешь, блять, кого не бьешь, блять. Сука, просто куча мяса перед лицом валяется, блять. Да сколько нахуй можно, блять, заебало, нахуй, сука, блять, меня уже. Пиздец, я уже, сука, пиздец в этот закот, блядь. Умрите, блядь, умрите. А, то есть, блядь, еще хуйня такая, что я не могу, блядь, аптечку подобрать, чтобы полечиться. Просто заебись. Охуенно. Просто охуенно. Сука, дрочь ебаная, блядь. Да. Хорошо. Все. С этим мясом разобрались. Engines firing. Хорошо. It's working. We're online and functional. Finally, some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Isaac. Isaac, where are you? It's me, Nicole. Mm-hmm. Так, надо сбагрить весь хлам. Что? Что за пердёж? А, понял. Ладно, продаем все. Барахло. Все, пойдет. Пойдет. Такое мне нравится. Верстачок есть? А, похер. Встретим еще. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shot. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get into the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker? I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo.
They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back up! I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Hammond out. Окей. Лапка, да. Убери лапку. Маз. Ну, шо в магаз. А, ну. Не повреди. Warning. Hull breach detected. Isaac, impact on the bridge, right at your feet. I'm reading heavy damage, but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Полутаем. Isaac, damn, you scared me. Place is making me jumpy. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about the marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards, but the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators. Let me take a selfie. You can use them to get to the junction boxes. But first, let me take a selfie. Be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. But it was big. Really big. Shit! Stand back! Oh, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Тут у нас челик сейчас будет. Что с ним в общем делать? А, ну да, застрять ебать в текстуру. Хорошо. Все. Да ты достанешь. Ты сегодня ляжешь или нет спать уже? Заебал. Заебал. Мне бы верстачок найти. А он вроде как оставлял же этот, ну, или не всегда он оставляет обычно силовый узел. Isaac,
Make us whole again. Что? Что тебе в холл? Я не понял. You said something? Так, ну что, качаем туда винтовочку. Хорошо. По полной. И все, у нас полностью готовая винтовка. Промакшн. Блять. Atrium elevators are now online. Сюда, да? Понял. This is mutiny. You'll all be tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terrence, please! I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor! Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! He's dead! No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Так. Тут что? Gravity plating is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. It could be dangerous. Uh-huh. А, понятно, понятно, понятно. Хорошо, я понял. Заебись. Поебалу надо! Да почему, почему, блядь? Вот, сука, это резидентовское управление, блядь, оно меня кумарит, нахуй. Оно, блядь, сука, ебанутое, блядь. Сука, максимально неудобно. Ты, блядь, хуяришь, а оно нихера не хуярится, блядь. Пошли, блядь. Опять сзади какая-то херня лезет. Лута, конечно же, нету. Естественно. Естественно. Какой лут, чувак? Ты чё? Так, ясно. Ну, блядь, ну почему ты такое широкое говно, что в тебя, блядь, вообще невозможно, блядь, пройти, обойти, ничего. Пиздец, полежи. Ебать, ну просто, ну не зайти в него, за него, блядь, просто.
А, вот, узелок выпал. Хорошо. Это значит, что он сдох. Junction box rerouted. I'm making some progress with the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. Да уйдите, уйди. Уйди, не мешай. А там есть что? Есть что? Ничего. Да, сейчас, сейчас, блядь, я ступану туда. Да хорош. Прям ведет, ведет туда. Лады. Блять, ну сколько они шума создают, это пиздец. Патроны. Блять, стреляешь, ну, стреляешь, ну, посрать, блять, хорошо. Сука, уёбище. Чё мне сюда? Понятно, ладно. Потом. Сейчас сейвлю, всё. Подзаебало. Это игруха. Всем пока, тогда удачи. Ставьте что-то под видосом. Увидимся в Dead Space. Пока.